Областная полиция и пограничники провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступной группировки, которая сбывала наркотики, изготовленные в Николаевской области. В ходе обысков у фигурантов изъяли около 90 килограмм зелья и 8 литров прекурсоров, а также обнаружили лабораторию по изготовлению амфетамина. Вся партия насчитывает около 40 тысяч доз. Продав ее, бандиты планировали получить 6 миллионов гривен. Кроме того, у наркодилеров изъяли тротиловые шашки, пластид, 12 боевых гранат с запалами и множество боеприпасов различного калибра. Все члены банды подозреваются сразу по 5 статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают до 10 лет лишения свободы.